привет, дорогие друзья, из зимней Алании. Сегодня 10 декабря, и наступило время дарить вам новогодние подарки. Что мы для вас приготовили? Мы приготовили очень много всего интересного. Ну а прежде чем я вам расскажу о подарках и как принять участие в нашем розыгрыше, давайте для начала полюбуемся морем и нашей прекрасной погодой, природой и Аланией. В прошлом году наш розыгрыш длился целый месяц, с 1 декабря по 31 декабря. В этом году наш розыгрыш продлится с 10 декабря по 30 декабря. В прошлом году у нас было более 20 победителей, и каждый из вас имел возможность получить подарочные сертификаты от наших спонсоров. Если вы воспользовались этим сертификатом, обязательно напишите в комментариях, когда вы им воспользовались, что приобрели. Если не воспользовались, то сертификаты действуют до декабря следующего года, потому что в этом году, сами прекрасно понимаете, пандемия, многие из вас не смогли приехать, поэтому, если у вас есть сертификаты, которые вы выиграли в прошлом году, вы можете ими воспользоваться до декабря 2021 года. В Алании стоит очень теплая, но немного вот такая вот пасмурная погода. Солнце выходит, заходит. Но несмотря на это, друзья, на то, что у нас зелено, цветут цветы, декабрь месяц, и настало время новогодних подарков. И мы начинаем также наш розыгрыш, нашу новогоднюю эстафету. В этом году она будет проходить немножко иным образом, но у нас будет 5 победителей, которые получат сертификаты от наших спонсоров. Вся информация о конкурсе в описании к этому видео, о розыгрыше в описании к этому видео. И дальше я вам также расскажу о наших спонсорах. Первое и самое главное – даты проведения конкурса. Даты проведения розыгрыша с 10 по 30 декабря включительно. Победитель будет определен 31 декабря в 12:00 под самый Новый год. Что за розыгрыш? Какие условия розыгрыша? Самое главное – это подписаться на мой канал, оставить комментарий под этим видео, зайти в описание к видео, подписаться на инстаграмы наших спонсоров, и все, вы являетесь участником нашего розыгрыша. Каким образом будут определены победители? Победителей будет 5. Каждый победитель получит 6 сертификатов на 100 лир от наших спонсоров и трехмесячную подписку на Академию музыки Soft Mozart. То есть вы получите сертификаты на 600 лир плюс уникальные уроки музыки. 5 победителей будут определены генератором случайных чисел 31 декабря в 12:00. Победители будут определены только из тех, кто оставил комментарий только под этим видео. Пожалуйста, для того, чтобы участвовать в розыгрыше, оставляйте комментарий под этим видео и выполняйте все условия, которые обозначены в описании к этому видео. Все очень просто. Опять же, подписаться на мой канал, оставить комментарий и подписаться на всех наших спонсоров. 31 декабря в 12:00 из тех, кто оставил комментарий, мы определим победителей, 5 победителей. Каждый человек сможет получить только один подарок. То есть, если ваше имя выпадет 2 раза, мы сделаем перерозыгрыш. Вот такая вот у нас прекрасная зима в Алании, цветут цветы. И сейчас, друзья, хочу познакомить вас с нашими спонсорами. Это
магазин обуви, магазин одежды, это магазин нижнего белья, магазин детской одежды. Но всех наших спонсоров вы сможете увидеть в описании к этому видео. Конечно же, говорим спасибо нашим спонсорам, потому что они нас поддерживают каждый год и дарят вам такие замечательные подарки. Сейчас расскажу вам подробнее о наших спонсорах. А для участия не забывайте заходить в описании к этому видео и выполнять все условия конкурса, подписываться на мой канал, ставить лайк этому видео и, конечно же, оставлять комментарий, потому что розыгрыш будет только из тех, кто оставил комментарий. 5 победителей! Дорогие друзья, первый спонсор нашего розыгрыша – это Елена Владимировна Хайнер и Академия музыки Soft Mozart. Елена Владимировна, как разработчик, как руководитель Академии, дарит нашим победителям 3 месяца обучения в Академии Soft Mozart и свою уникальную книгу. Друзья, эта программа уникальна. За 3 месяца вы сможете, многие из вас смогут играть лунную сонату или даже турецкий марш Моцарта. Вы никогда не встречали такой программы. И поэтому книга, которую я написала об этом, вам тоже очень понадобится, потому что она раскроет все самые большие тайны музыкального образования и поможет вам всегда стать победителем в борьбе с нотным текстом. Друзья, мы находимся на пятничном рынке, и я продолжаю вас знакомить с нашими спонсорами. Они у нас просто замечательные, поэтому не забывайте заходить в описание к видео и, конечно же, смотреть условия нашего розыгрыша. Генератором случайных чисел мы выберем 5 победителей 31 декабря в 12:00, каждый из которых получит 6 сертификатов на 100 лир от магазинов-спонсоров, а также 3 месяца бесплатных уроков в Академии музыки Soft Mozart и книгу Елены Владимировны. Второй наш спонсор – это магазин мужского и женского нижнего белья «Джонатан», который расположен на пятничном рынке. Многие из вас его знают. В этом магазине продается мужское, женское, детское белье турецких производителей по очень хорошим ценам и высочайшего качества. Добро пожаловать! На моем канале есть большой обзор этого магазина, но кратко расскажу о нашем спонсоре. Здесь продается нижнее женское мужское белье, носки, также корсеты, ну и, конечно же, пижамы. Все это турецкого производства и высочайшего качества. Наш 3-й и 4-й спонсор – это 2 отдела магазина Rua Kundura. 3-й спонсор – это женский отдел. Добро пожаловать! В этом отделе продается качественная обувь производства Турции. Летняя, осенняя, спортивная, зимняя. Здесь можно купить также сумки, как из кожзаменителя, так и из кожи. Огромный выбор, и многие из вас, конечно же, знают и любят именно этот отдел. Наш 4-й спонсор – это
мужской и детский отдел магазина Руя Кундура, где можно приобрести качественную обувь на все случаи жизни. В этом магазине продается летняя, зимняя, осенняя, ну и, конечно же, огромный выбор спортивной обуви производства Турции по очень выгодным ценам. Здесь также есть ремни и большой-большой выбор зимней обуви именно для российских зим, непромокаемой качественной обуви. Поэтому многие из вас знают этот магазин, ну а кто не знает, добро пожаловать за качественной обувью в Алании. Наш пятый спонсор – это магазин Ишик, где можно приобрести изделия из золота, серебра с драгоценными, полудрагоценными камнями. Огромный выбор изделий на любой вкус. Также здесь можно заказать изделия на свой вкус, ну и, конечно же, переделать старые изделия. Огромный выбор колец, подвесок, сережек из золота, серебра, с бриллиантами, с драгоценными и полудрагоценными камнями. Еще один наш замечательный спонсор – это магазин детской одежды Айке Бебе, Baby and Kids, на пятничном рынке в самом центре Алании. И в этом магазине можно приобрести одежду для детей от 0 до 15 лет. Здесь есть и футболки, и брючки, и пижамы, и красивые платьица для девочек, для мальчиков, костюмы. Конечно же, очень много спортивной одежды, домашней одежды. Вся эта одежда турецкого производства, опять же, по очень выгодным ценам и, конечно же, хорошего качества, сертифицировано специально для детей. Поэтому, если вы хотите приобрести что-то для ваших детей, обязательно заходите в этот магазин. Вся информация также в описании к этому видео. Еще одним нашим замечательным спонсором является магазин ТОК. Магазин мужской и женской одежды, где вы можете приобрести качественную одежду производства Турции. Здесь есть вечерние платья, мужские рубашки, брюки, юбки и, конечно же, невероятно красивые аксессуары. Приходите в магазин ТОК, здесь вы найдете то, что вы ищете. Также в магазине ТОК большой выбор вечерних платьев на любой вкус, цвет. Есть мужские костюмы, есть пиджаки, брюки. Также производство Турции, качественная и красивая одежда. Вот такие вот у нас замечательные спонсоры. Скажем им большое спасибо. Ну и, конечно же, принимайте участие в нашем розыгрыше. Условия очень просты. Нужно подписаться на мой канал, оставить комментарий под этим видео, потому что только те, кто оставил комментарий под этим видео, будут участвовать в розыгрыше. 31 декабря в 12:00 мы выберем 5 победителей, каждый из которых получит 6 сертификатов на 100 лир от наших спонсоров и бесплатные уроки от Академии музыки Soft Mozart. Обязательно участвуйте, заходите в описание к этому видео. Ну и, конечно же, будьте здоровы. Если у вас есть какие-то вопросы, задавайте их также в комментариях. На сегодня я с вами прощаюсь. Всем всего хорошего и всем желаю удачи!